В связи с сезоном проведения массовых охот Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь проводится специальное комплексное мероприятие «Охота». С 1 октября по 31 декабря проходит сезон загонной охоты на копытных. Это лось, кабан, косуля, олень благородный, олень пятнистый, лань и муфлон. С 1 субботы ноября по последнее воскресенье января открывается охота на зайца, а также белку, куницу лесную, куницу каменную, норку американскую, ондатру, хорька лесного, лисицу и ненавидную собаку. В связи с сезоном проведения массовых охот Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь в период с 1 октября по 31 декабря проводится специальное комплексное мероприятие «Охота», направленное на усиление контроля за организацией проведения охот гражданами и должностными лицами пользователей охотничьих угодий, совершенствование форм и методов взаимодействия с правоохранительными органами и охотпользователями в целях выведения из оборота незаконных орудий добычи диких животных, в том числе оружия и боеприпасов, активизацию профилактической работы, в том числе с местным населением, в целях получения информации о незаконных охотах, а также хранение незаконных орудий добычи диких животных, уделив особое внимание добровольной их сдаче, выявление фактов незаконных охот и браконьерства. Уважаемые охотники, при проведении охоты соблюдайте установленные меры безопасности, правила ведения охотничьего хозяйства и охоты. Отправляясь на охоту, проверяйте наличие всех необходимых разрешительных документов. В целях предупреждения административных правонарушений, утверждения принципов справедливости и гуманизма, Сморгонская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира предлагает физическим лицам, которые в настоящее время хранят у себя незарегистрированное оружие, запрещенное орудие охоты и рыболовства, сети, добровольно сдать их в инспекцию. Физические лица, добровольно сдавшие незарегистрированное оружие, запрещенное орудие охоты и рыболовства, сети, освобождаются от административной ответственности. Круглосуточный номер телефона доверия Сморгонской межрайонной инспекции 8-0-15-92-4-40-74, 8-0-29-151-23-62.